Привет, друзья! В Китае показали концепт БПЛА «Джушин», носителя FPV-дронов и ракет. Несмотря на то, что это концепт, уже можно оценить, в каком направлении будет двигаться развитие военных беспилотных аппаратов. На первом этапе появятся рои дронов, потом начнут создавать летающие дрононосцы. Полет первого образца БПЛА «Джушин» обещают в июне. Как сообщается, БПЛА предназначен для запуска более 100 дронов или малогабаритных ракет. Он будет иметь дальность полета до 7000 км. Запускать дроны планируют с высоты 15 км. БПЛА имеет модульную архитектуру. В нем можно заменить полезную нагрузку в течение 2 часов. Летающий авианосец сможет нести управляемые бомбы ЛС-6, ИЛ-В-302, ракеты ТЛ-7, ПЛ-11 и ПЛ-12. Размах крыльев у БПЛА «Джушин» 25 метров. Взлетный вес 16 тонн. Полезная нагрузка 6 тонн. Скорость полета до 700 км в час. При продолжительности до 12 часов. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.